Вакцинация от сезонного гриппа стартовала в Одинцовском городском округе. Медики сообщают, что привиться можно как в поликлинике по месту прикрепления, так и в мобильном ФАПе. Первичный осмотр и направление проведут терапевт или педиатр. Главный врач Одинцовской областной больницы Андрей Фадеев обратил внимание на то, что наличие прививки от коронавируса не уменьшает значение вакцин от привычного сезонного гриппа.